Всем привет! Это мой Nightbot, мой модератор, мой помощник. Я сегодня хочу показать, как правильно поставить команды, чтобы ботик кидал ссылочки на каналы, которые заходят к вам на прямой эфир. В общем, открываем вот эту папочку Commands или Commands. Прошу прощения за мой английский, я его не изучала. Открываем вот это Custom. И здесь, значит, будут стоять мои команды. Мне, чтобы было проще, чтобы вручную не писать, я скопирую вот эту строчку. Теперь я, значит, открываю вот этот синенький квадратик. И появляется вот такая табличка. Так как у меня уже слово «чай», «кофе» есть, я, в общем, напишу слово «мед». Мед. Вот. Значит, во вторую строчку я ставлю то, что я скопировала. Я внизу под видео поставлю вот эту строчку. Вот, если вам, если вы, у вас не получится скопировать и вставить вот в эту строчку копированное, значит, вам придется писать вручную. Мы писали первый раз вручную, ну а потом я просто копировала. Вот, и, в общем, я, значит, убираю вот это слово «кофе» и пишу вместо него «мед». В общем, сейчас объясню. Вот этот доллар в скобочках «юзер» – это название канала. Будет писаться, который к вам зашел на прямой эфир и написал слово «мед». Это будет стоять название канала, потом дальше будет писаться «приглашает всех на мед» по ссылке, и будет стоять ссылочка именно на его канал. В общем, вот этот адрес, все писать все буквы без пробела, чтобы ни одного пробела не было. И вот этот доллар в скобочках «юзер», то же самое. Все остальное пишется как всегда. Вот, теперь, значит, у меня тут стоит 5 секунд, и я нажимаю вот этот синенький квадратик. Вот у меня появилась еще одна команда. Вот, вот написано. Теперь, значит, я хочу показать, надеюсь, что она будет работать. Теперь я открываю вот эту вкладку вторую и хочу показать, у меня включены какие команды здесь. Я настраивала, искала долго в интернете и, в общем, давно еще настроила вот так вот, как мне только не настроены две команды. Вот эта команда, маркер, или я не знаю, как правильно произносится. Вот, чтобы ее включить, нужно нажать вот на эту вот. Вот она включилась. Чтобы ее обратно отключить, я ей нажимаю кнопочку. Вот она отключилась. В общем, у меня все команды включены, кроме двух. Вот этой и вот этой. И потом я хотела... Так, в общем, еще таймер. У меня тут стоит лайки. Зайки, не забываем ставить лайки. Ну, то же самое. Вы нажимаете, так, сейчас, вы нажимаете вот на этот квадратик и записываете все, что вам хочется. Вот. У меня тут только написано вот лайки, и на слово лайки здесь у меня стоит команда «Зайки, не забываем ставить лайки». У меня стоит тут 11 минут, и вот это «что я не знаю», и нажимаете вот на этот синенький квадратик. Вот. И потом, значит, я хотела еще сказать, что ко многим заходишь, когда и говорят, ботик спит, не хочет работать, не это. Я перед каждым стримом нажимаю вот на свою иконку и нажимаю вот сюда. Появляется вот такая табличка. Я не буду... И вот тут вот YouTube, вот красненькая. Вы нажимаете на эту строчку, у вас выходит Google.
значит, табличка Google там, и стоят ваши аккаунты. Вы нажимаете свой аккаунт, с которого вы будете стримить, и даете разрешение. В общем, я перед каждым стримом делаю вот такое, даю разрешение на инботу. И у меня прекрасно всегда работает. Он не спит, как у многих, никак это не проснется. А ну, на этом все. Всем пока-пока. Если какие-то будут вопросы, пишите в комментариях. Постараюсь ответить.